В общем-то, сегодня играем в фазмофобию. Я предлагаю сегодня считать каточки по баллам. Сейчас. Точнее, считать баллы в каточках. Не каточки по баллам, а считать баллы в каточках. Если мы верно определяем призрака, это один балл. Если мы делаем доп. Задание, это еще один балл. То есть, так как в катке может быть три задания выполнено максимум, то получается как бы три балла. И еще один балл за фотку призрака на три звезды. Это такое мероприятие, которое не всегда получается, не всегда выходит. Сложность у нас кошмар. Мы такие ребята кошмарные. Так что вот, предлагаю такое мероприятие. Хохочут они там. Хохочут они там. Привет, Маргош. Короче, вот. Один балл за призрака. Сейчас я себе запишу. За призрака один балл за все три задания. Ну, то есть за каждое задание. За доп. Задание. То есть максимум три. И один балл за фотку призрака на три звезды. Вот. И таким образом получается, что мы за одну катку можем максимум заработать 5 баллов. В конце посчитаем. Мне просто интересно. Как хочешь. Если хочешь, можешь заходить. Но ты учти, у нас кошмар. Если хочешь, я могу лобби сделать. Так, тогда мне нужна сетевая игра. Создать комнату. Приватное лобби. Создать комнату. Я на изи профессионально угадала не того призрака. Короче, вот они циферки. Кто вообще хочет, можете присоединяться. Пока тут не особо много людей. Так. Да, у меня стоит шаблон на пати. Начнем, наверное, с танго. Я жду? Или не жду? Если жду, то жду, если не жду, то не жду. Логично, да? Если жду, то жду, если не жду, то не жду. Просто если не жду, тогда я свой шаблон поставлю. Экономный. Шаблон называется экономный, потому что у меня не так много денежков осталось после того, как я все прокачала. А их было много. Все, идешь, жду. Боже, мы еще и разговаривать же будем в лобби, это же кошмар. Представляешь? Ну, то есть, не в лобби, а имеется в виду в катке. Нас убьют сразу. Вот. Такие новости. Нас убьют сразу. Сложность, кошмар. Самый прикол с тремя звездами... Звездами, да. Самый прикол с тремя звездами на этом... Фазмофобия сейчас, что нельзя сфоткать призрака. Точнее, не так. Ты здесь? Алло? Алло? О, тебя слышно. Да, о, да. Короче, самый прикол сейчас, что если у тебя есть задание сфоткать призрака и нет места в журнале, оно не засчитывается. Ну, логично, да, оно вроде таки было. Нет, были времена, когда засчитывалось. Я так радовалась. Поехали. Я все вкинула. Я тебя содержу, получается. У меня, между прочим, 500 рублей. Ладно, я закрою, сколько у меня. У меня много. Но это все накопленное. Ебать, у тебя аппаратура, я, блядь, самым бомжовым фонарю. А, короче, смотри, крепление на голову дают тебе свет и не занимают руки. Если нажимаешь на Т,
То даю тебе небольшой свет. В принципе, для Танглвуда, мне кажется, вполне. Так, зажечь возле него, найти... А это что такое? Где? А, это ЕМП? Это ЕМП, да. Еба... Боже, блядь, я как будто, знаешь, как будто попала на студию, где у тебя... Вот только кресты знакомые. А вот точно продюсер. Стать свидетелем паранормального... Ну, слушай, у нас три задания легкие такие достаточно. Так, я взяла... Ты взяла ЕМП, да? А тогда не буду брать ЕМП. Я возьму фотик. Блин, я не то положила. Черт, не то этот. Ладно. А как? Как сейчас кресты работают? Как раньше. Два раза а они как могут они поджигаться. Работали? Ну ты кладешь, они два раза вот, могут да, мы поджигаться. Просто мы сколько раз... Короче, мы играли на изи. Так. У нас появились кресты. Мы такие, ну мой, блин, как обычно же. Ты либо кидаешь он в радиусе, либо держишь в руках, и он типа сгорает до этого, до ханта. Да. Ну типа, момент ханта, да. Похуй было, вообще абсолютно похуй было. Там до ханта, после ханта, это как его кладешь, ты его в руках держишь. Вообще похуй, блядь, я все равно убивала. Ты с камерой, да? Я да. Ну пойдем тогда, ладно. Я еще думаю, это. Может, эти высокие технологии, я не могу. Высокие технологии. Что я взяла? Где? Ты лазерку взяла, лазер. Вот это. Как она, что на ней работает, что она не светит? Она светит только дома? Да. А зачем она тебе на улице? Алло, призрак? Вот что-то кинул. Прием, прием, он что-то кинул. Свет есть. Прятал в гараже, нет? Ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Марго. Марго, Марго, говори в радио. А, бля. У меня фонарик не работал. Короче, прятка в этом, в подвале есть. Он на кухне чайник кинул. Тут, кажется, тут. Ну да, тут 5,9. Это кухня. А это одна комната, интересно? Нет! Он прям на кухне. Прям вот тут. Ну, вообще, это одна комната вроде как. Ну, у меня там показывал этот... А тут минус? У нас пар. Не-не-не, просто пар сейчас или... идет. А, тут же всегда минус. Там на кошмаре не всегда минус, разве? Нет. Просто всегда пар идет. Дверь тронул. Блин, а где? А у меня нету, да? Щит. У нас лапка? У нас лапка. Сломанная лапка, ожерелье, диадема. Где? Дурак! Он ушел! Ну ладно, есть взаимодействие. Нам нужна фотка призрака. Мне не нужно твое дурацкое взаимодействие, дурак. А ты могла штатив, кстати, тоже взять. Там камеру на штативе можно я крутить. Я забыла, что существует штатив, я привыкла ставить, куда ставится. Вставлять, куда вставляется. Ладно, согласна, глупая шутка. Как включить на башке фонарик? Вот он у меня на есть. На Т долго нажми. А долго? А только потом, когда охота будет, не забудь выключить. Да-да-да, я поняла. Не понял? А. Отвечай! А как, кстати, он типа, если ты задаешь вопрос на русском, он тебе отвечает пофиг на каком? Вообще все равно. Понял.
Ну, у меня текстовый ввод, потому что он меня не понимает. Ой. Да, бля. Да. Какая кнопка? Все. Где? Где он был? Я не поняла. А что он делает в гостиной? Подожди. А они не бегают? Не должны. Софья, привет. А что бросать-то? Но это не тут. Это все-таки кухня по температуре. Anybody home? Ты меня напугала. Все, что есть, бросать? Я все бросила. Да, мы с Марго. Я взяла обратно, извини. А это термометр такой? Да. Еба. А что-то теплее я стало. Я думала, я взяла поговорить. Вот тут 5,4. А, он переехал. 3,8 вообще. Переехал. Сушка сутулая. Переносим. Щиток дернул. Ах ты ж курва. Напугай ее. Кого? Где камера? Камера здесь. Тогда вот сюда можно поставить. А у нас что-то было вообще? Не. А где МП? Он кидается вообще не в себя. А я кроме подвала о, вообще... Почертил, почертил, почертил в дневнике. Почертил. Да иди ты нахер со своим взаимодействием. Заколебала игра. Так, у нас дневник, да? Ой. It was a sign. Сейчас я выйду. Блин, радио, радио, сейчас. Да пошел ты. Где моя зажигалка? Так, моя зажигалка. Это, наверное, Мара, но дернула счетчик. Хотя я не уверена. Пятков нету, если что. При... Фоткай! А где? Куда фоткай? А куда она ушла? Ты жива? Да, но я вышла и начался хант. Я тоже. Это Морой. Почему? Очень быстрый. А у нас, скорее всего, рассудок умер. Так, мне нужна благовошка еще.
Я, наверное, выполнил. О, да, я выполнила. Нам ЕМП надо найти. Ну и если что, можно сфоткать еще его. А где ЕМПха? А, у тебя в руках. А у нас только этот, у нас только блокнотик же, да? Только нам блокнот, да. Ну он прям супер быстрый вообще. Я клянусь, что это морой. Вот прям клянусь, что морой. Че, пойдем его искать. Ревенант? Ревенанты что же летают? Не, ревенант ходит медленно, когда тебя не видит. А он, когда меня не видел, именно летал. Это ивент? Нихера, это не ивент. Он очень быстрый. Что ты за скотина такая? Так, ну мы живы. Ну он прям супер быстрый. Я говорю, нам надо выпить, мне кажется, благовоние. Эту... Он носится, пиздец. Да-да-да. Нам надо выпить эту, как ее. Удали, пожалуйста, фотку в блокноте. Это была попытка. Там надо на галочку нажать в журнале. Нажала. Спасибо, это я не нажала. Короче, давай выпьем эту транквилизатора. Вот эта желтая фигня. Сердечко тунь-тунь. Но он из зала вроде идет. Я вообще не понимаю, откуда. Ну да-да-да, он вроде из зала выходил, но как-то странно все равно. Он из зала за диваном тут там где-то. Блядь, по счету. Да, блять! Удали еще раз, пожалуйста. Задолбал, блин, не могу. А на морой нужен минус? Глянь, пожалуйста. Да-да-да. Потому что кажется минус. Сейчас я проверю. Опять щиток дернул. Так, ну ЕМП у нас есть. Блин, а на Моро еще радио надо, да? Кажется. Хорош! У нас есть еще балл за фотку призрака. Я молчу, уходи! И как же это фоткаешь? Прием, прием. Микрофон был. Слышу, слышу. Давай выходим, потому что если это морой, нам конец. А это, похоже, морой. Ну, это точно морой. Знаешь, почему? У нас рисовашка и этот. И радио. А еще мы сделали все задания. И смотри, мы зашли когда в дом. И когда второй раз была атака, вот сейчас, как, которая, после этих... После спидов. Она этот, как его... Он медленный был. Так что это морой.
Ставь и поехали. Блять, почему я на изи вздыхаю, а тут нет? Не знаю. Все 5 баллов, все 5 баллов. Это было идеальное расследование. Марго, ты тут? Марго. 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 Да. Поехали. Ну какой же он вообще прям бешеный был, это невозможно. Так, а я опять палочку хотел, я ж палочку Ой, хотела взять, рисовал, я забыл. Рисовал, порисовал быстро, даже не просили рисовать. Заставить потушить, спугнуть, стать сидеть. Ну задание легкие. Мы должны это сделать. Должны это сделать. Так, у тебя термометр, давай тогда возьму камеру я. Ладно. Ладно. Не возьму, получается. Так, возьму вот это. А у меня есть котик в руке? Да. Да, тогда вот это. И вот. Дай. А, нет. Подожди. Да, блин. Да, алло. А я не могу. У меня 3 штуки в руке. Ну, ладно. Все, я иду. Кто умер? Подожди. Кто умер? Где? Бетти Кэрри. А, я думаю, где? Шкатулка. Ой, прям. Вижу. В гараже прятка слева. И все. За фанеркой. It was a sign. О, дверь открыта в ванную. Я не открывала. Ну, ничего нет пока. Where are you? О, мячики где-то. Или это шаги? Это шаги, наверное. А? Блин, а что-то одна прятка в гараже и все, пока. Где-то дверь. А какая? А ванна, ты же не закрывала, да? Мне кажется, ванна. Ну, либо коридор. А я сюда зачем иду? Привет, Ярик! Свет включила. Тарелку швырнул прямо мне в лицо. На кухне. Бегу. Это всем. У нас одна прятка в гараже, все. Ебать, я камеру поставил. Нормально. Боже, поможи. Ну, мы его изи сфоткаем со шкатулкой. Не факт, что выживем. Так, я несу радио, несу блокнот, несу свечки. Ректальные. Чё тронул?
как ямп работает теперь? Тут какие-то стрелочки. Короче, стрелочки показывают направление, где призрак, а вот наверху полосочки. Это количество ямпа. У тебя пока 2. А, прикольно. Меня саму научили. Я как бы поняла, что надо по стрелочкам идти, а куда я иду, я не поняла. Сейчас я за лазерным. Я камеру чекну. Так, лазерный, 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 соль, благовоние. Я пошла. Призрачный огонек. Принято. Он на кухне, короче, вот там, где камера стоит, вот он вот там. Ага. Потому что огонек был прям вот, блядь, на пол экрана с края. Радио. Ема. Он так швырнул блокнот сейчас. Радио призрачное. А что они такие легкие? А погоди, мы погоди. На изи, мы на изи. Надо чекнуть отпечатки, это может быть этот, мимик. Не, вроде нет. Мы на изи, эти улики просто выжидаем по полчаса. Тут он сам поговорил, сам что-то сделал, вообще. Уступи на соль, призрак. Сегодня можем поиграть? Отлично, сегодня будет ДБД. Наступи на соль. Спасибо. Дай вент, мне нужна твоя фотка. А, у нас же шкатулка, мы сейчас его сфоткаем. У нас же шкатулка, мы его сейчас сфоткаем. Так, кто я у нас? Я призрачного не вижу, подожди. Сейчас чекну, подожди. Завтра же пипец ожидается. Удачных каток, спасибо. Даю. Не, призрачного не вижу. Я тоже. Шара. Призрак на 3 звезды. Распятие пожрал. Я этого, я огонька не вижу. Я тоже не вижу. А его же может не быть? Ну, в плане, вернее, как? Он же может идти, если это мимик, как этот, как улика, которую он, типа, притворяется другим. Не факт. Кажется, вижу, подожди. Я вот тоже что-то видела, но я очень мельком видела. Сейчас стоит камера, ничего не вижу. Блин, нет, не вижу. Короче, давай план такой. Сейчас проверить надо, потому что если там нет призрачного, давай пока вычеркнем его. Это точно не блокнот. Потому что он его выкинул. Это не мираж. Потому что он прошел по соли. Сейчас надо минус проверить. А мне же больше фотик не нужен. Сейчас я таблетки выпью и зайду, а то мне что-то страшно. Да, вроде. Вроде да. А ты зачем включила? Кого? Радио. А, простите. А я захожу, думаю, что за ерунда.
Ну да. Если мы не уверены в этом призрачном. Отпечатков нет. Ага. Минус! О. Значит, это не призрачный был. Морой, Андрё, близнецы, мимик. А что делать? Так, а мы, может, атаку какую вызовем? Да послушаем. Ты сказала, что это не морой. Потому что точно не блокнот. А так у нас же кошмар. А-а-а. Точно не мираж, это точно, потому что он прошел. Ты просто такая, вычеркни блокнот, я и вычеркну. Так, нам надо спугнуть. Ну, я предлагаю, короче, вызывать атаку. И можем хан, да. Там как раз есть шкатулка, можем поставить. Так, у нас есть за эту катку, у нас есть баллы за два доп. Задания, то есть два балла. А, кстати, не было ханта, пока ты в доме была. Там нету никого, кто охотится за одним. Нет. А, короче, у нас есть баллы за два доп. Задания и за три звезды призрака, то есть три балла. Прятка в гараже слева, помнишь где, да? Атака! Или не атака? Что-то я не слышу. Не, это ивент. Да, дверь открыта. Ты же не сожгла? Нет. Топ, я тоже. А куда ты? За зажигалкой. Я умная. Я такая, она не зажигает. Я такая, а, точно. А ты поэтому не сожгла, я поняла. Да. Ну что, я ставлю атаку? Хил, атака. Да подожди, атака, сейчас шкатулку. Она вообще начала с другой комнаты! Че, дура что ли? Мне кажется, это Андрю. Она вообще начала с другой комнаты. С гостиной, с дверей прям. Туда дальше? Прям с двери, с гостиной, вот отсюда. Пошла вон! Пошла вон, дура! Напугала меня. Так, ну у нас еще есть благовошки. Мы выполнили три задания, у нас 4 балла. 3 плюс 1. Уже есть 4 балла. Короче, надо ставить шкатулку и бежать. Но она на кухне. У тебя нет боговушки? У меня есть. А мы не испугались первый раз, потому что она вроде как гналась. Второй раз распятие скушала. А мы сделали боговушку. А мы все сделали, да. Я к тому, что атака, если вдруг. Близнецы? Ща, у меня есть план. Атака!
Но я жива. Это точно близнецы. Шустро бегает. Прием. Ага. Похоже на близнецов. Одна благовушка, да, у нас? Да. Я тебе стояла и махала. Блин, сейчас такая засада, потому что, смотри, если мы сейчас, например, не выпьем этот, как его, таблеточки. Ну, я поняла. Вот, если мы таблеточки не выпьем, мы не сможем проверить на морой, потому что она сейчас быстрая. А с другой стороны, если мы не выпьем и будет медленный, то это точно близнецы. Наверное, надо еще одну атаку переждать. Сейчас я еще одну атаку пережду. Можешь не заходить. Можешь заходить. Да, вроде не убивала. Это пока. Во время охоты колись. Привет, привет. Слушай, это идея. На самом деле. Но я не успею, у меня... Да подожди, ты сейчас все будет. Тут еще шкатулка не юзанная. Атака. Иди сюда. Вот я тоже так думаю. Типа она не медленнее ходила, она вот ровно с такой же скоростью. Морой? Анрё? Короче, последняя проверка, смотри. Я пью все эти лекарства, у нас нет благовушка. Иду в прятку и сижу там, жду. Зачем? Послушать, как ходит? Да. И одну с собой беру. А мне не заходить с тобой, да? Не надо. Ага, окей. Давайте за выживание еще один балл сделаем. Плюс балл за выживание. Если не выжили, балла нет. Тогда получается 6 баллов за первую катку. Так, подожди. А что ты? А ты все выпила, да? Уезжай! Марго, уезжай! Ставь кого-нибудь и уезжай! Пусть бы Танрю. Я принесу вткнула. Морочек. Она мне позвонила на радио. Я угадала. Нет, я... Почему? Я же Морой поставила. Ты, скотина. Я поставила Морой. Бляха-муха, это было страшно. А почему она начала атаку? А, я Анрё поставил. Блин, дубина. Почему она начала атаку там? Потому что мне Марго позвонила по радио. Я же надеюсь, нет. Куда? Куда? Ну, ты со мной по радио поговорила, и там атака началась. Я просто поставила шкатулку на кухне.
Ты поставила шкатулку, я тебе орала в радио. Спи, моя радость, усни. Начался хан, тебя убили, все. Спасибо. Лучше Тимы. Я не хотела. А я еще думаю, что она прям во мне заспавнилась. Я же на кухне все поставила. Короче, если мы считаем дополнительный балл за выживание, то тогда на Тангле 6 баллов. А тут у меня 4 балла. Что призрак неверно определен. Почему она прям в тебе заспавнилась? Потому что ты по радио потрещала. Она, видимо, поняла, где я, и туда пошла сразу. Они настолько умные, я думала, у них там интеллект собаки. Скорее, хант начался, и Марго спела в рацию, и она пришла. Вот, может быть, может быть. Чё, поехали? Это было весело. Сидишь, никого не трогаешь там. Лобысь. Я когда-нибудь поменяю на палочке, если мне кто-нибудь напомнит. Where are you? Give us a sign, show yourself. Are you friendly? У нас карты. О, раскидаю. Погадайте мне на Таро. Карты говорят, что ты дурилка. Не я, по радио звонила. Спи, моя радость, усни. Навечно усни ты, усни. Знала, что оно так работает. Я такая, типа, я тебе просто попела. А чё свет не включила? Я включила. Света ходим, я такая... Где-то дергает. Ой, где-то что-то трогается. Второй этаж? Нет, первый, кухня. Вот эта каморка, которая рядом с кухней. Килл. Не канон. Блин, я не взяла, да? Ванну потрогал, ща пошла. Щит. А я не только говорю, да? Я ж себе рассудок сажаю. Мне кажется, минус в этом, на кухне все-таки. Минус. Ой, не минус, а в смысле призрак. Минус у нас только по интеллекту. Что он все трогает? Дверь. Вот это, сюда. Вот эту. Дверь с другой стороны. Я, короче, за косточкой. Заодно прятки надо чекнуть. Show yourself. Что-то какие-то прятки будут. Give us a sign. Разговаривает что-то. Коридор на втором этаже, первая дверь. Это что? Прятка. А, я не запомнил. Ну, короче, коридор. Косточку нашла. И дальняя дверь налево. Первая дверь. Дальняя комната, в смысле. Дальняя дверь налево, первая дверь. 2-1 в этом, в каморке в этой. Что, в каморке, значит? 1-4. А на кухне? Понял. А тут 1-4. Значит, он здесь, да. Сейчас принесу все остальное. 1-2. А чё, я в приседе?
А так как? Нет. А, ивент. Не поняла только где. Что еще надо? А, лазерный. Один на один пока минималка. О, крест сожрал. Свет вырубил. Не, не вырубил. Странно, а почему свет выключился? Пресс сожрал, хант был. Блокнот выкинул, не блокнот. А где палочка? Второй раз крест сожрал. Для этих, для отпечатков. У меня этот, как его, призрачный огонек. Принято. Над стиралкой. Я несу второй раз пяти. Это невозможно. Может быть призрачный и лазерный? Может. Это лазерный еще смотрю. Ебать, он кресты жрет, как этот, изголодавшаяся женщина. А у нас кто вообще? За себя и за... Отвечай! Лазерный! Бляха. Банша, Юрей, якая радио это ё. Чё так шумит? Сейчас сфоткаю, смотри. Вот собака! А, да, Марго, возьми направленный микрофон. Да-да-да, я вот Баншу хочу глянуть. Еще раз крест сожрал. Как же я ловлю. Как же я ловлю лазерный. Нам конец, нас больше нет. А куда? А я помню, куда бежит. На второй, да. На второй, на левой, первая дверь. На первом шкафчике есть еще. Где? Пошли, покажу. Я не хочу. Пробеги, пес. А чем мы страдаем? У нас же карта есть. Ты умерла, что ли? А е? Банши, Юкая, Радио, Юрей, Тае. Тае, мне кажется. Ну не орала. А у тебя был направленный в руках?
Рассудок я хер его знает сколько. Мне кажется, маленький уже. А, нет, а ТАЕ должен быть медленный, это не ТАЕ. Не понял. Не понял. Раз, два. Так, подожди, раз, два. Раз, два, ага! Пизда тебе. Извиняюсь за мат. У нас же есть карты, ёлки-палки, я забыла про карты. Так, забежать пока охотятся. Райдзю или Банша? На Райдзю, не, наверное, Банша, потому что на Райдзю почему не похоже? Потому что наверху бегал быстро, а наверху у меня же все выключено. Налобная фигня, это выключено. Сейчас, может, мы тебя возродим, подожди. Заодно, может, сфоткаем эту дурочку. Она вообще, да, далеко не с первого раза, может. Почему так бегает быстро? С ума сошла? Так, она очень быстро бегает и очень часто охотится. Когда ты так говоришь, императрица, точно сейчас повешенной, чекай. Вот жадность фраера сгубила. Вот ты посмотри, как жадность фраера губит. Не дай бог не наступит. Блин, она же не наступит. Сейчас жадность точно меня сгубит. Это мне потом на фотке. Так, берем вторую благовошку. У нас есть благовошка, фотик и ничего больше. Дура! Не вовремя, понимаешь? Не вовремя, дурочка! Это я себе. Чего? Чего? А, нет, быстро, быстро, быстро. Она замедляется очень сильно, да. Из соли, из благовошек. У меня одно благовоние осталось, нет. Я не спасти тебя не успею, не сфоткать ее не успею. Следы на соль-то я сфоткаю. А этот? А призрака? Нам еще призрака надо сфоткать. Сюда! Еще бал! Еще бал! Так, и кто это вообще может быть? Вот в чем вопрос. Думаем.
сожалению, я тебя не воскресила. К сожалению. Да, прочитано, да-да-да. Тае, а почему Тае-то? Он должен замедлиться же. Почему это Тае? Тае слабнет со временем, становясь более медленным и менее агрессивным. Это не Тае. Он должен медленнее быть, а он быстрый. Это точно не Тае. Тут из быстрых либо Баншуха, либо Райдзюха. Софья, просвети. Может ли Райдзю бегать быстро из-за налобного фонарика, который выключен? То есть, несмотря на то, что он выключен, бегать быстро все равно. Ну, на Юкая проверка легкая, можно его позвать, если он прибежит. То в целом почему нет? Так. Так, мы сфоткали, да? Сфоткала? Сфоткала. Как ее зовут? Кстати. И он кресты начал раньше жрать. Кстати. Ну давай, Юра, и поставим, и поедем. Что такое? Бренди Гит из Now Fallen. Спасибо за фоллоу. Я думаю, это все-таки Юра. Давай Юра его, наверное, поставим. Давай, Юра, и поставим и поедем, проверим. Поставила? Да, и двери постоянно трогал, да-да-да. Поставила? Я поехала. Я нажимаю. Я нажимаю. Да, все. Да-да-да. Все, я услышала. Так, это у нас третий, это Эдшилл, да? Дон Мусселини, прости нас, пожалуйста. Какой, блядь, Тае? Какой, Тае? Какой? Он, блядь, как ходил со скоростью, с такой и ходил. Он не старел, он ходил по соли, замедлялся, из благовония замедлялся. Короче, 5 баллов у меня за эту катку. Я выжила, но мы неправильно определили призрака. И, да, блядь, что за пиздец? Какой Тае вообще? Откуда? Бал? Наебал, да. Ой, бля. Менее агрессивным. Я вот почувствовала его вот эту менее агрессию после третьего креста подряд. Он сразу просто как благословение Господа. Там из быстрых только Радзю и Тае. Выходя из комнаты, он не терял скорость. А сейчас по-другому что работает? Поехали, Маргош. Сейчас по-другому работает реально, потому что, ну, раньше он замедлялся, по крайней мере. Ой. Ridge View. Блять, да, он становился менее агрессивным. После третьего креста я почувствовала, какой он неагрессивный. Это еще скажу спасибо, что я крест положила с самого начала. А могла ведь не класть. Так, я возьму тогда... Блин, ну кто-нибудь напомните мне про палочки, пожалуйста. А, ультрафиолетовый, хорошо. Да, потому что этот фонарик, он не особо помогает. Там просто с палочками лучше их положил, и сразу видно. Give us a sign, show yourself, are you friendly? Кость. Прятка в гостиной сразу. Ой, где? А? Сейчас. Вот здесь, видишь? Вот эти. А, о, ага. Where are you? Give us time. Как Марго романтично с ними разговаривает?
Where are you? подвале свет. Да, блядь. Да. Свет есть. Не добыть. Я компьютер включил. Сам? Компьютер. Призрачный огонек. В зале. Ого. Над лампой вот тут. Ну да, тут температура такая. А можно диагеном тут у стола кружить, пожалуйста? Да, так прям на входе удобно. Судя по тому, что у нас нет пряток пока что. А чё по предмету? У нас опять эта дурацкая лапка. По призракам хуёв. Катя, кружить один. Да нормально. Ты оказался гадом. Я жалею, что хотела. Быть с тобой. Быть с тобой. Там на втором в комнате с лапкой, это получается направо и еще раз направо, есть прятка в шкафу. Что было? Он кидается. Доползи, пожалуйста, доползи! Все, у нас прятка получается только в гостиной и там, на втором этаже. Лапку юзай, она поможет. Да-да-да. Да-да. Да-да. Where are you? Я оказался гадом. Я жалею, что хотела. Быть с тобой. Быть с тобой. Ты еще Софье на больную мозоль давишь. Заставить потушить, спугнуть, достичь рассудка. Это мы можем. Температура. Нормально. В раю. Так, я сейчас. Спасибо. Так, вот это, что еще мы можем взять? Лазерный проектор можно смотреть чисто с улицы вообще, поебать. Ну да. А, она уже все поставила, боже. Какая умница. Еще бы не умирала, вообще было бы хорошо. Так, где у меня? На. Килл, 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 атака, 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 атака. Туши свечку. Наступи на соль. Сделай что-нибудь. Я ему порисовать положила? Да. Выключено. Ответь мне. Ответь. Где ты? Кто ты? А чё не ходим? Посоль. Спасибо. Посоль, не ходим, на радио не отвечаем. Чё, дурачок, что ли? Give us a sign. Так, сейчас надо хоть это взять, благовошку, чтобы подстраховать человека. Всё, я думаю, хватит нам. Пока что. Ивент? А, нет. А? Не-не, ничего. Are you friendly? Are you angry? Right. Как думаете, почему Марго умирает так часто?
У нас призрачный только, да? У нас призрачный только, да. Потушил. Give us a sign. Потушил. Show yourself. Что-то, может, какие-то движения будут? Нет, призрак? Алло. Он что, переехал? Будет что-нибудь типа обеда? Не понял. Он переезжает, да? Что, ас? Призрачный все еще тут. Призрачный все еще тут. Угу. Where are you? А он соль принципиально игнорирует, да? Он вот интересно, он соль принципиально? Принципиально соль игнорирует? Give us a sign. О! Понеслась. У нас не может быть Диогена, кстати. У нас рассудок все еще выше 25. И не может быть Диогена, получается. Почему? Второй раз. Потому что призрачный. А, ну да. Он второй раз сожрал призрачный. И не Мара, потому что Хант, а свет есть. А где Хант? Ну, два раза Хант начинали, и был свет. А, ты про этот? Про распятие? Да. Или там не учитывается? А фиг его знает. Че? Че кидает? Where are you? А что за солевой игнор? Мы не вкусили. Такой. Да, привет, здравствуйте. А мираж не мираж, а у миража разве есть призрачный? Нет, у миража нет призрачного, это не мираж. Where are you? Give us a sign. Call yourself. Пизделай. Ну хотя бы так. Ну не собака. Я думаю. Собака бы отпечатки дал? Собака бы отпечатки дал. Тут стоишь, что ли? Понял. Ему прям не нравится, что ты радио ставил. Атака! Шарн! Атака есть? Что-то не пойму. Может, это, кстати, был и этот? И Ревик? Марго, ты жива?
А чё стоишь? Стоит такая. Блин, у нас неудобная лапка, вот это мне не нравится. А где у меня вторая благовушка? Где-то в доме, видимо, валяется. Призрачно летает. Больше ничего нет. Марго. Вот я сейчас умру, а она даже не заметит. Положить. Минус! Марго, ты где? Там минус. Юрей Ханто Анрё. И Ревенант. Марго, там минус. Марго! Так, надо отпечатки проверить. А, о, а. Там, короче, минус, минус, там минус. Радио точно не будет. Радио точно не будет, потому что она там валялась несметное количество раз. Там, короче, минус. И призрачный. Я же могла ее сфоткать. Да, я могла ее сфоткать, но я тут протупила. И свет выбил. Сейчас. А где свет? А, в подвале. Да, блин, не здесь. Атака? Иди сюда! Это Ревик. Иди сюда! А там поет стоит. Ты там поешь? Потому что он меня не видел и ходил очень медленно. 100% Ревенант. Можем подождать сфоткать, а можем поехать, потому что хочется выжить немножко. Поехали. Бог с ним, с этим баллом. У нас за выживание и так один балл был. Сейчас тебе такое Анрё и соси. Не-не-не, 100% Ревенант. Все, поехали. Поставила? Да. Я сижу в подвале наверху, просто песенки поются. Пять баллов. Ну что, началось страшное. Деревянные дома. О, фармхаус, мое любимое. Да. Сколько у меня денег? Нормально. Софь, помнишь, сколько у меня денег было? 51 тысяча. Из 51 тысячи ничего не осталось. Это я прокачалась, да. Да палочки же, палочки! О, ладно. Палочки.
Палочки. Гэри Эверли, неизвестно. А нам что, рассудок? Направленный. Жить и призрак. Ты решил написать палочки, чтобы я точно запомнила, да? Сейчас мы его сделаем. Сейчас он у нас получит, Тут, возможно, может понадобиться фонарик, прием. Очень плохо видно. Прятка в инструментах за кухней. Сломанная лапка. Вот тут вот там он. Ага. Ничего не видно. Ты зачем тут дверь трогал? Я слышу только выраю. Свет есть. А видно на фоне этот фиолетовый свет на стриме? Я вчера ж, короче, купила умную лампу. Она светит разными цветами. Думаю, надо поставить. Прятка в порошечной. На первом этаже. Вот. Вчера купила эту умную лампу. Думаю, надо поставить. Поставила. На стриме видно, да. Вот. А я эту лампу поставила впереди себя вчера. И она дает мало света. В итоге у меня впереди осталась обычная лампа, а сзади стоит теперь для фона красивое цветное. Там еще можно сделать, чтобы она меняла цвета. Но я решила, что фиолетовый норм будет для стрима. А там вообще может всеми цветами радуги вообще переливаться. Косточку нашла. А что там, Гэри? Гэри какой-то. Куда? Что такое контровой? А что у нас по предметам? Кукла, что ли? Это улитка Спанч Боба. Да, у нас кукла. Призрак. Мне кажется, он на первом. Направляю, сейчас я его понаправляю, микрофон. Мне кажется, он где-то на первом. Дай знак. Дай знак. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Контровой, когда ты ко мне лицом стоишь, а я тебе за спину ставлю свет, который будет подчеркивать твой силуэт. Вот да, она как будто бы сзади хорошо смотрится, а спереди, когда ты ее ставишь, даже если не цветную, там есть и обычный режим, вообще ничего не дает, никакого толку. А вот сзади нормально смотрится, вот для фона вот эту. Красиво. Что она в инструментах на кухне? Или он? Дай знак. Бого там с кем-то ругается. Дай знак. Дай знак. Дай знак. Дай знак. Я нашла. Это инструменты за кухней. Наконец-то, блин. Так, на тебе. Это инструменты за кухней. Это вот там, прям. Сюда. Там и нычку. Да. Are you here? Чё, кину? Where are you? Pass aside.
Просто на заднем плане. Так, камера там стоит. Вот эту еще можно взять. Dots Projector. Detector of the Supernatural. Определитель супернатурала. У нас есть определитель супернатурала. Да блин, блокнот. Да что ты? Пеши. Ага, несет камеру, отлично. Так, минусик там, наверное, где-то есть. Что нам надо вообще? Ага, фонарик нужен. Ага, хорошо. Так, что мне надо было? Давай вот это возьмем. А есть вообще еще что-то в руках? Лазерный. Принято. Еще я взять не могу. Хорошо, диаген. Это диаген. Я живая. Пошел нахер. Я знаю, что ты диаген. А где камера? А, во. А нам надо его обкуривать? Марго просто ушла. Марго такая, да похер мне. Что ты там говоришь? Марго. Конечно, было бы неплохо. Да пошел ты. Где я? Почему он оттуда вышел? Где тебя убить? На кухне! На кухне! А ты меня типа... А? А ты меня алло? Алло? А, нет, алло. Алло? А как ты меня на том свете алло? Ну я же тебя слышу. А ты меня через стрим. Короче, это диаген. Осторожно. Сфоткай его. А, бля, логи... Да нет, там все было нормально, он просто появился не там, он, скотина, появился на кухне. Я хотела заработать. 100% диаген. А задание мы сделали же? А почему диаген? Потому что я его мансила одну катку, пока ты молчала. Ты можешь помансить и сфоткать его.
Алло, Марго, Марго, ты здесь? Где алло? Ты умерла? На кухне. Нашла? Там вон благовошка есть. А чё? А чё ты сфоткала? Вторую фотку. Марго, тебе звонят. У меня никого нет дома. Пойди скушай ее тоже. Короче, я одну атаку отмансила, решила добавить соли. Думаю, фоток мало, надо соль. Жалко, я без фотика мансила. Вот. Думаю, надо соль добавить. Пошла соль кидать, он меня заубил. Нам его сфоткать надо? Ну, можно, да. Так-то не обязательно, но на 3 звезды можно. А что ты хочешь? Сейчас смотри, убьет. Смотри, сейчас убьет. А че он ее не атакует? Че за несправедливость? Кил, атака, хан. На меня, главное, налетел, как сумасшедший. Я ж тебя, если не увижу, мне же будет не очень. Kill. Ты услышишь. Kill. Да прям тут я его собралась мансить. А можно тут? Тут не видно. Я, блядь, потеряюсь. Атака. Запутаюсь. Да, точно диаген. Молодец, фоткала. Одна звезда есть. Капитан. Ой, 3 звезды есть, в смысле. Видео улыбка. Плакара. Еще песенки ему поет. Все? Марго? Малька смелый. Ты великолепна. Не, ну здесь я тут сдохнуть, надо было уметь. Спасибо. Поехали. Я даже не проверяла никакую вторую улику, там сразу было понятно. Фотки огонь, да? Фотки огнища вообще. Нормально, у меня денег все меньше и меньше. У меня 6 косарей. Если что-то надо, я куплю. Да ладно, не надо, у меня 16, 17 почти. Просто, чтобы ты понимала, начинала я с 17. Их все меньше и меньше. А вообще, у меня сегодня было 51 тысяча. Я в итоге решила все прокачать, и у меня осталось 17. Фазмофобия просто не щадит никого. А если учитывать, что тут на 100 уровне и при смене престижа у тебя просто все забирают, это вообще обидно. Че, поехали еще один дом? Сколько время? Ага, вижу. Опять направлены испугать и рассудок. Почему нет ни одного задания? Паучки! Марго забрала все самое вкусное. Ладно, пойдем так. Интересно, а сейчас... Марго, которая забрала ЕМП и эту температуру. Ну да. А просто как еще определять-то? Я думаю, это не прятка. Я так давно не была на этом доме. Я уже даже не помню, как тут что работает.
И где тут кто вообще? Микрофон направленный был, второй этаж показывал сверху. Все, поняла. Прятки, кстати, здесь, в этой комнате. Это что? Это получается свет вообще где-то на чердаке, да? Класс. А нет, тут еще на первом может быть. Да, на первом. Смотри, что-то помню. Не совсем кукушка. Есть. Есть Привет. Косточка. Это ты? Или Это призрак? Кто дверь тронул? А что? О, а что с куклой? Либо коридор, короче, либо спальня, либо ванна. Что с куклой не так? Не это... поняла, где он. Это ивент? Мне кажется, это ванна. Не Мне поняла, кажется, где это ванна. Он. Посмотри температуру, тут прям пар идет. Ну точно ванна. Вон воду включил. 7, 6, 5, 4. Я только что выключила, ты! Закрепленное сообщение не помогло. Пошел нахер. Ебать, ему раковина нравится. 5? 5? Нет, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не, подожди, подожди. Там эти надо смотреть. Там же полоски надо смотреть. У меня все три горели, но один... А что там происходит? Ивенты. Да полоски надо смотреть, а не 1, 2, 3. Так 4 полоски, но все три ячейки горели. 4. А-а-а. Вот, 4 максимум пока. Все, сорян. 6 тут ивентов. А чё так ивентов много? Зря бакануло. Шо? Тае, возможно? Куда столько? Сколько было ивентов? Он сколько мне показывает было? Теперь... А, нет, ладно, ванна. Там 2 или 3 подряд было. А он в другой комнате. Он тут показался. А? Вот тут показался. Близнецы? Мираж? Что происходит? Сумасшедший. Тут 10. Нет, ну он в ванной, но это похоже на близнецов. Чё за ерунда? Легонько намекает, чтобы мы ехали обратно. Нифига, он не в коридоре. Он не в коридоре. Он здесь. Видишь, тут темпа маленькая. Мечи свои не раскидывай. Так, что-то я пойду, наверное. Он и в коридоре, и везде вообще. Ага. Зачем я бегу с фотиком? Кто мне расскажет, кто подскажет? Дурацкие часы. Он либо в коридоре, либо все-таки в ванной. Не. Ной. А я не ною. Что ты делаешь?
Это есть такой челночный бег. Крестик пожрал. Рисуй, пиши, черт. Мне кажется, немного нелогично спрашивать, дружелюбный ли он, если он не дружелюбный. Почему в коридоре-то? Почему в коридоре? Ты, придурок! Ух ты, подружились, да. Там после твоей смерти хант не закончился. А он и не закончился бы, потому что кошмар у нас. А да? Обычно если дропает сразу же, нет? Нет. На что я надеялась? А куда мне бежать было? У меня ничего не было в руках. Вообще ничего не было. У меня нет ни благовошек, ничего. Я бы даже сфоткать могла бы успеть, но у меня даже этого не было в руках. Подожди, он зашел, а не наступил на соль? Там, мне кажется, минус. Но это могут быть близнецы. Мне кажется, это минус и близнецы. Потому что там было 0,2. Я бы просто поставила близнецу. Ну, поехали. Потому что вот эти вот ивенты в начале по несколько... В соседней комнате за шкафом? Где? Блин. Чёрт. Дверь бы закрыла. Поехали? Поехали, да. Да надо было дверь закрыть. Я что-то тупанула. Я не подумала немножко головой. Я вообще растерялась. Я не думала, что... Я думала, атака прям здесь, в комнате. Она началась вообще в другом месте. Близнецы, близнецы. Почему это они? Жизнь за что-то не так несправедлива. Ты все, да, Маргош? Или ты просто вылетела? Убег? Все, давай, спасибо большое за каточки. Так. Я что думаю, успокоюсь, что ли? Стоит ли идти на Близдали? И покорять Близдали в одиночку? Можно, конечно. Так, у меня все... Я сказала, у меня все должно быть одиночное. Почему так много всего? Подожди, я же одиночное настраивал. А, вот, включить шаблон. А тут палочка должна быть. Я одиночное настраивал, кстати. Уфе-фонарик, да? Уфе-фонарик? Уфе-фонарик, да, тут первый стоит. А и в пати стоит первый, алло. Подожди. Уфе фонарик второго тира должно быть. Так, тут сразу поменяю. Одиночный уфе фонарик второго тира, да. Ой, я тебя добью сегодня. Ставим.
Берем. Смотрим. Заставить потушить призрачный микрофон, датчик движения. Так, палочка есть, все есть, все есть, все есть, все есть. Сразу как мало, да, всего? Вот так вот. Мы не разбрасываемся предметами, когда ходим в одиночку. Просто набор для одиночки. Всего по существу. Обычно только он так ивентами закидывает, блин. Здравствуй, призрак, это я. О, подарок. Здравствуй, призрак, это я. Это я. Бойся меня. Ага. Сюда и шла. Понял. Доски нет. О, вопрос на засыпку. А где здесь спавнится лапка? Потому что я вообще не представляю, где она может спавниться здесь. Почему не доска? Я бы у доски все спросила, и вообще бы не пришлось ходить никуда. А чё? А в этой комнате... А в этой катке вообще будут, ну, прятки там какие-нибудь, может быть, нет? Ага. 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 Будем считать, что это прятка. Хотя это не прятка. Это что такое? Это что за ошибка текстуры? А тут есть прятка? Ну, нет. У меня что, вообще порядок нет нормально? Призрак! Призрак! Алло? А, вот же прятка, боже. Вот же прятка. Призрак. Он тут и должен сидеть. Призрак. Ку-ку. Призрак. Чего? Ты что, мне свет выключил? Призрак. Призрак. Мара, это ты? Спасибо. Нет, это не Мара. Да.
Сейчас я приду. Так, ну это хорошо, что она здесь. Во-первых, далеко бежать. Уже удобно. Во-вторых... недалеко ходить. Так, мы возьмем вот это. Мы возьмем вот это и проверим сразу призрачный. Если мы успеем. Так, я думаю, мы сегодня недолго. Вот эту каточку, если нас тут не убьют, и если она будет долго, и, наверное, и все. Ну или может еще на виллу можно сходить в одиночку. На виллу карта хорошая. Мне же не показалось, она опять щиток дернула. Призрачного вроде нет. Так, а куда я? Скажите, что вы тоже это слышите. Перещелк какой-то. Че надо на Мару? Радиоприемник, призрачной записи в блокноте. То есть это, наверное, записи и радио. Я думаю. А че по заданиям? Направленный, свеча и датчик движения. Боже. Он свет включал, да, но он что-то дергает. Что... Джин, что ли? Но джин не выключал бы этот. Там лежит у меня? Лежит вроде. А, сейчас проверим. Свет включал, не может быть, Мара. Но выключал еще этот. Который этот. Если свет включил, значит не Мара. Ну, логично. Опять выключил. Что ты будешь делать? Так, ну, по крайней мере, точно здесь. Уже хорошо. Говорят, Ханту любит с ним играть. Отвечай! Ты что, переехал? Ты что, переезжаешь? Переехал. Так, дай сюда. Сюда. Да дай! Что ты делаешь, боже? Привет! Привет, привет! Привет. Так, ну ладно, пусть это тут полежит. Скорее всего, может быть, пригодится. Ты блокнот выкинула? Значит, не блокнот. Значит, не блокнот. Не нравится мне, сюда надо положить. Чтоб обе комнаты осматривал. Так, дай сюда. И сюда. Призрачный летит! Я поняла, 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 поняла.
Призрачный, да? Ноль один, ноль пять. Это же почти минус. Ладно, бог с тобой. Опускайся пока. Так, из улик. Если это минус, то это точно Ханту. Потому что меньше один уже минус точно. Я тоже так думаю на самом деле. Потому что сколько раз мы так не делали, постоянно, если минус... Меньше единички, то сразу минус. Так, ну-ка. Лететь! Так, берем вот это. Берем вот это. Берем вот это. Берем датчик движения. Фига тут тонкости. Палочки лучше, я говорю, я сколько раз хотела взять палочку. Все время забывала, у меня прям стояла не на той этой. Засек что-то? Минус. Вы были правы. Вы все были правы. Точно Ханту. Ой, куда записи-то я? Круглая — это датчик движения. Если призрак тэпает манекен, то почти наверняка у него есть 5 МП. Это, кстати, штука, которую я знала и забыла. Напрочь об этом забыла. Так, там надо направленный, да, у нас? Датчик движения есть, потушить и направленный. И еще мне надо соль, чтобы сфоткать. Соль. У меня есть одна благовошка. То самое чувство, когда... То самое чувство, когда тебя не призраки пугают, а гром. Экскузима, скажите что-нибудь. Что вы думаете об этом всем мероприятии вообще? Что вы думаете о том, что я пришла к вам в гости без приглашения, пытаюсь вас обнаружить? Уважаемый призрак. Уважаемый призрак. Уважаемый призрак. Камон, сова. Конишуа! Ниндзя! Фотик! Где Фотик? Скотина! А где Фотик-то? Боже. Что, у меня теперь будет Фотик? В раю! Эй! Охереть, я оглохла. Так, потыка! В раю? В раю? В раю? В раю? А зачем он мне дверь закрыл?
А? А, это было это. Вопросов больше не имею. Шуны Вендос. Сейчас, подожди. Дай вен. Так не дашь. Дай вен. Дай вен. Эй. Эй. Как тебя зовут-то? Питер. Питер Уайт. Питер Уайт! Питер Уайт! Мне нужен дополнительный балл! За 3 звезды призрака! Давай! Так. Ага, вниз надо листать, если что. Им песенки нравятся? Empty spaces! What are you looking for? Abandoned places? I guess we know the score. On and on. Вовсе не потому, что стоял на улице. Да, 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 да. Марго, которая, а почему у нас Диоген? Я, которая уже отмонтила его вокруг стола. Я попросила бы. Он тебе какао сделал? Спасибо, не надо. Ледяной горой айсберг. Из тумана выплывает и несет его течением по бескрайним по морям. Нравится, да? А ты такой холодный, как в морге труп лежачий. И все твои проблемы уже не так важны. Питер, не будь таким Питером. Питер? Что-то такие атаки короткие пошли. Никому не кажется. Мне кажется, прям слишком короткие атаки пошли. Есть такое ощущение. Куда призрачный щит? А, вон летает. Так, короче. Идем. Пробуем последний раз его сфоткать. Если не сфоткается, то убегаем и убегаем отсюда. И я, наверное, отдыхать пойду. Что-то я сегодня уже, мне кажется... Я 4 дня стримила Киберпанк. Минимум 4 часа. Я хочу отдохнуть. И сегодня 2 часа фазмы. Это не значит, что завтра не будет Киберпанка. Киберпанк завтра будет обязательно.
Но уже пора бы отдохнуть немножко. Хоть чуть-чуть, хоть пару часов. Кому ты свое ха кидаешь? Уважаемый Питер! Будьте добры, ивент. Физический. А ты такой холодный! Красавчик! Питер, ты лучший! Ты лучший, Питер! Сейчас надо понять, как он будет атаковать. С какой скоростью он будет передвигаться. Питер! Питер! Ювелир! Ювелир, Питер! Так, все. У нас есть два благовония. Вот так, атака, 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 атака! Питер — это имя. Нас не должны заблокать. Я Питер... Я виновата, что ли, что он Питер? Я могу показать, у меня есть доказательства. Питер Уайт. Барго, это как Ходор, да? Так, ну у меня есть одна боговушка, хватит. Я, если честно, вообще-то не понимаю, кто это. Потому что я бы не сказала, что он ускоряется. Не понял. Питер! Дай атаку! Вот у меня тоже закрались сомнения насчет Ханту. Не было, да, как будто разницы в скорости? И как будто это не Ханту и не Ревенант вообще. Анрё может быть? Анрё может быть. Если я сейчас правильно определю призрака. Три задания у меня сделаны. Фотка призрака у меня есть. И еще если правильно выживу, то это будет, ох, лучшее завершение. Это не Ревенант, нет. Он ходил одинаково вроде как. Но как будто и не Ханту. Ханту же должен бегать на морозе быстро. Он тебя увидел, начал набирать скорость, как обычные призраки. Ханту так не умеет. Вот мне тоже кажется, что это Анрё. У него одинаковая скорость вообще везде. Почему не Юрей? Вроде как не было какой-то бешеной активности в самом начале. Я так понимаю, у меня рассудок не падал, как сумасшедший. А скорость одинаковая везде. То есть у Ханту у него должна была быть ускорение на минусе. Его нет в самом начале. Ревик бы однозначно ходил медленно, если бы меня не видел. Ну, по-моему, это Анрё. Давайте поставим на Анрё, посмотрим. Получится, не получится. Потому что мы все сделали, в принципе. Как прикольно датчик движения выглядит на карте. Такая точка красная. Не точка, кружочек огромный. Я же говорю, странное поведение. Я же говорю, странное поведение. Это очень было странное поведение. Максимально странное поведение. Вроде и свет выключал.
перещелкивал, как Мара. А вроде... Ну, короче, он выключал рубильник два раза. Перещелкивал свет, но при этом включил свет, как джин. Надо было сразу догадаться, что это мимик. Где-то у него либо отпечатки, либо радио. Так, все, последняя карточка на виллу и точно последняя на сегодня. Собака сутулая. Все меньше денег. Все меньше денег. Так, что я думаю? Насчет этого всего. Я думаю, что нас обманули. Так, так, так. Так. Что надо сделать? Джастин Шоу Кросс, рассудок, сфоткать! Стать свидетелем паранормального, отлично. Извините. Налобная байда. Всегда этот мимик портит идеальное расследование. Да! Да! Карты. Карты — это хорошо. Сейчас поржу, если это опять будет демон на этой карте. У меня на этой карте постоянно попадается демон. Я не знаю, как так бывает. Я захожу, но меня убивает сразу. Первую же секунду. Отлично, давай комната. Комната, говорю. Домик, прогревайся. Так, прятка слева. А что я еще? А, косточку. Предмет мы нашли. Косточку и комнату. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Опа. Почему комната приоткрыта? Хорошо. Нет, ну тут можно было догадаться, что это мимик. Да что ж такое? В какую сторону ты открываешься? Можно было, сама ступила. Говорю же, странное поведение. То выключает свет, то не выключает свет. То перещелкивает, то не перещелкивает. Если поведение странное, то это всегда мимик. Сюда, моя курочка. Сюда, моя рыбенька. Это здесь? Плоская губца лежат на полу. Дай знак. Дай знак. Дай знак. Дай знак. Дай знак. Точно таком-то. Дай знак. Дай знак. Так точно. Что я сказала? В гараже слева, да? Угу. Надо было второй фотик взять. Могу объяснить, почему. Потому что у нас карта. И было бы удобно один фотик иметь в комнате всегда, а второй фотик иметь вот рядом с картами на случай ивента. Призрачный. Так, сразу. Пожалуйста. Не дай бог опять этот мимик.
дождик, дождик, дождик. Как интересно стоит камера, я теперь не вижу, что там есть призрачный. Что-то максимально не туда она как будто стоит. А, вон, вон призрачный. Я же могу вращать, боже. Вот он штатив третьего уровня, вот он. Так, ладно. Так, так. Палочку. Блин, руки не хватает. Нужна еще одна рука. Сейчас. Нужна еще одна рука, потому что я не понимаю, как бы, ну, мне не хватает руки. Мне хватает руки на соль. Сам виноват. Алло. Допустим. Да, боже. Сейчас приду. Так, Мар, Ревенан, Бланши, Юрей, Ханту, Анрю, Абак, Эпирадзю, Юкай, Тае и Мимик, да? Опять этот Мимик. Так, мне сейчас надо дойти до низу. Оставить там. Оставить там. Соль. Наверное, мы вот так делаем. Мы же не можем взять еще... Да, нет, не можем. Ну, кстати, кстати. Мы сейчас изи можем посадить рассудок. Почему? Потому что есть карты. Хотя сейчас подряд будут зеленые выпадать, и мы ничего не посадим. Никакой рассудок. Где моя рука? Троечка. Троечка, троечка, ладно. Это знак там, может, какой-нибудь, нет? И пиши блокнот. Потрогай соль. В смысле это, потрогай дверь. Потрогай соль. Ай, боже. Скотина, конечно. Жрет крест как юры.
Разрисуй дверь, потрогай соль и наступи на блокнот, да. Так, пойду-ка я его наверху встречать, я, пожалуй. Блин, ты что, дернул выключатель? Где тут свет? О, нормально. А, тут реально не видно? Боже. Какая плохая дверь. В смысле лестница. Атакин! Блин, до меня дошло. Пришла очаровательная логика. Сделать все по-другому. Вдруг там будет жрица, и я могу умереть. Я, кажется, слишком громко дышу от негодования. Слишком громко дышу от негодования. Во-первых, я не понимаю, кто это. Возможно, есть смысл. Он переехал в коридор. Так, возможно, есть смысл сейчас пить. Две штучки. Брать крест. Блин, а я так не сделаю, да? Все, сейчас я поняла, что я делаю. Короче, я беру крест. Бегу в коридор. Проверяю, там еще, может быть, какую-нибудь улику найду, выцеплю. Вот, и тогда... Вот, возможно, мы определим. Потому что я не понимаю, это вроде как никто не скоростной. Вроде как скорость обычная у всех. Опять этот треклятый мимик. Да что такое? Так, проверяем. Угу. Да, точно коридор. Точно переехал. Коридор. Куда ты? Ну что ты, ну? Что как не родной? Поняла, дверь потрогал. Отпечаток! 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 Сюда, моя курица!
Сюда, моя сладкая. Да в какую сторону ты открываешься? Все, у нас все есть. Мы сейчас можем чисто додергать. А, в смысле, мы призрака не знаем. Так, ультрафиолет, призрачный банши Ханту Абака. Блин, а мы никак не поймем. Черт. Может, это все-таки мимик? Теперь ты тут тронул? Ивент? Ивент. Шел нахер отсюда. А. Может ли это быть банши, который прячет отпечатки? Может же. Ой, банши, говорю, абака. Абака. Блин, а банши никак не проверишь. Луна. Башня. Ивент. Чё ты за мной ходишь? Чё он за мной ходит? Кто так может делать? Ивентами именно. Нет, ну, в принципе, логично, логично. Потому что у Абака обязательно отпечаток. Но, блин, все равно... Ходил-то как банши вроде как. Непонятно, короче, как это определять. Ну, хотя бы не мимик, да. Хотя бы настроение не испортил под конец каточки. Все, на сегодня. Спасибо, что побыли со мной на Фазмофобии. Посмотрели на это все безобразие с моей стороны. Мне кажется, 2,5 часа хватает. Маргош, отдельно спасибо, что со мной поиграла. А завтра, что по планам завтра? Завтра часиков 2 дня, то есть это где-то в 14:00 по Москве, будет киберпанк продолжение. И мы засядем, как обычно, часов на 4, на 5 и вот это вот все. В 14:00. Вот. Все, на этом все. Целую, обнимаю. Пока-пока. Получилось неплохо, мне все нравится. Хоть я и умирала много раз. И не заработала, но ничего страшного. А вы мне лучше скажите, вот как вы вообще, готовы ли вы смотреть Фазмофобию на постоянке? То есть раз в неделю, например, проводить Фазмофобию? Или нет? Условно, вот пятницу отдать под Фазму полностью. Если да, напишите в этом, в чате. Вот. А я почитаю. Ладушки, а ладушки, что, будем прощаться и вот это вот все. Может, вас закинуть куда? Сейчас гляну.